Доброе утро! Я сегодня прекрасно спала, прекрасно выспалась. У нас сегодня работа в другом городе, и мы сейчас собираемся, идем кушать на завтрак. И потом в 1:45 мы выходим, нас забирает машина, мы едем в аэропорт, едем на какое-то фэшн-шоу. У вас дожди, и у нас дожди. Хочу лето. Я банально не могу постирать эту кенгурушку, потому что она мне каждый день нужна. Смотрите, какие прикольные штуки. У них приходят в супермаркет или вообще какие-то торговые центры, висят такие пакеты для мокрых зонтов. Круто. Торговый центр защищен от влаги. Мы пришли в любимую цезарею, а здесь столько народу. Здесь все занято, здесь очередь из людей. Человек в 10, наверное. Так мы попросили тейк-эвэй и поедим уже, наверное, дома, потому что кушать-то хочется. Что-то я как-то, конечно, психанула. Все, мы приехали уже в аэропорт. Сейчас ждем, пока нас кто-то встретит. Что-то очень интересно написано. Если честно, я даже не в курсе, куда я лечу. Мне даже не интересно. Ну, лечу куда-то и лечу. Там уже увижу. Хочу в Сингапур. Недалеко. Эатос. Эатос. Китайский очень сложный. Вот я только что узнала, в какой я город лечу. Но какой-то... У них такие всякие интонации непонятные. Нам лететь 2 часа. Надеюсь, нас будут кормить. Я люблю есть. Мне нужно поправиться. У меня такой одуванчик. Мы зарегистрировались. Мы сидим вместе. 50-й ряд. На нашем языке наш город, куда мы летим, называется Ордос. У нас тут нарисовалась проблема. Валентина взяла с собой косметику в больших бутылках, больше 200 миллилитров. Ей сказали их выложить, потому что это правило аэропорта. А она сопротивляется. В итоге мы ее оставили, она решает проблемы, там что-то, бокс какой-то надо положить, или кому-то положить в багаж, непонятно. Короче, мы ее оставили и пошли искать кофе или что-то вкусненькое. Вот вам, кстати, бразилианка. Вы просили бразилианку. Она больше похожа на бразилианку, чем другие мои девочки, а? Лежат такие, кайфуют. Валентине не разрешили взять ее 2 бутылки с косметическими средствами, в которых был объем 200 мл, зато пропустили мою пол-литровую бутылку. Безопасность на высшем уровне. Ух ты, это все муляжики. Оно все блестит так. Прикольно, из воска сделано, походу. Тут несутся умилительные звуки. В аэропорту есть автомат с водичкой. Можно подойти и бесплатно себе взять. Даже не с водичкой, а с кофеточком. Никогда не летала в дождь. Такой балдеж стоит. Такой малюсенький. Нихао. Вот китайцы не заморачиваются представлениями стюардесс, показыванием того, как что используется. Они все включили телек, люди смотрят, девочки бегают, что-то копошатся. Все выигрыши. Летим как в молоке. Ложка-вилка. Ага. С
кстати, тут как для двухчасового перелета очень хорошо пока. Курочка встретила, очень вкусненько. А у меня их даже две, потому что Валентина отказалась от своей еды. Ее семья. Це водичка така течет по стіні. Hello! Україна, привіт! Hello! 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 Привіт! Привіт! Ми приїхали в республіку внутрішня Монголія какая-то. Это какое-то село забитое. И завтра у нас тут будет фэшн-шоу. Не пахнет чем-то... Не пахнет водорослями для суши. Наш роскошный транспорт. У них такой интересный язык, смотрите. Это их буквы. Мы летели 2 часа, потом вышли, сели маршрутку и еще ехали 3 часа. И вот мы куда-то приехали, я даже не знаю, где мы. Летели, чайки. Темный коридор. Наш номер. О, выглядит очень хорошо. Ничего себе, прям хоромы такие. Прям для королев. Прозрачная ванная! Hello! Нас постоянно фоткают. Все постоянно фоткают. Достают, извини, телефоны, снимают видео. Мы суперзвезды. А выглядим как бомжи. Hello! Hello! Take a look! Oh my goodness! Hello! This is the first time I saw it. Кажется, что вот в таких помещениях и едят мозги мартышки, и плаценту, и младенца в супе. Я немного боюсь. Это прям помпезно. Ордос Янг Тай. Ордос Сити, Иннер Монголия. Фу, оно воняет. Что это такое? Maybe it's dog? Оно все выглядит максимально странно и неаппетитно. Запах тут, конечно, очень специфический. Вообще нет воодушевления. Пицца, да. Паста. Суши уже в конце концов. Ну. Это оказалось, что это не собака, а овца. Я никогда не ела овцу. Нарезка. Вот это называется хот-пот. Вот это надо брать и опускать туда, чтобы оно сварилось. Смотрите, маленькие акулки или что это такое? Dangerous. Danger, danger. Это то, чем нас кормили. Мне кажется, что нам тут все вынесли из этого списка, потому что там было блюд 50, которые постоянно менялись. Идеально, тут даже тапули есть. И такие мягенькие халатики. Я уже сходила в этот шикарный душ. Сижу сейчас в этом мягком халате. И скоро буду спать. Я вам обещала розыгрыш открыток. Так вот, в каждом видео, в конце каждого видео я буду задавать вопрос. Кто первый на него правильно ответит в комментариях на ютубе, тот и получит открытку от меня. Так вот, сегодняшний вопрос: сколько стульев было в комнате, в которой мы кушали? Вот, отвечайте, смотрите, пересматривайте. И спасибо большое, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки, пишите комментарии. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами была Греть. Видео про Греть, Аня в Шанхае. Муа!